Китай отомстил США за Huawei. Китай создаст собственный черный список иностранных компаний-физлиц, которые пытаются оказать давление на китайские предприятия. Об этом пишет газета Global Times со ссылкой на Министерство коммерции КНР. В этот список будут включены иностранные компании и физические лица, которые блокируют поставки китайских товаров за рубеж и применяют дискриминационные меры по некоммерческим причинам, говорится в сообщении ведомства. Конкретные меры, которые применяются к таким компаниям, будут обнародованы позднее. По словам представителя Министерства коммерции Китая, решение о создании черного списка было принято после того, как некоторые иностранные компании нарушили рыночные принципы и блокировали поставки со стороны китайских компаний, поставив под угрозу нацибезопасность Китая. Ранее главный редактор издания Хуси Цзинь сообщил в своем Twitter, что китайские власти готовы принять ответные меры на действия США, включивших производителя смартфонов Huawei в черный список и запретивших сотрудничать с ним своим компаниям. По его словам, Пекин не будет спокойно сидеть и смотреть на происходящее, и вскоре последуют новые ответные меры. Президент США Дональд Трамп в мае 2019 года издал указ, после которого американским компаниям было запрещено сотрудничать с китайской Huawei, которую ранее подозревали в связях со спецслужбами и передаче им данных о пользователях. Вслед за этим о разрыве отношений с компанией сообщил Google и ряд других американских производителей комплектующих и программного обеспечения.